Доброго времени суток, друзья! Сегодня у нас заключительная часть обзора проекта Majestic MPEG на базе GTA 5. Мы уже посмотрели много на этом проекте. Что понравилось, что не понравилось, наверное, каждый решит для себя сам. Мне проект не очень зашел, он очень скучный, много несбалансированного. В прошлой части мы остановились на том, что купили вот эту машинку и посмотрели часть какого-то транспорта на этом проекте. Вот один из магазинов, где мы приобретали эту машину. Второй же магазин находится тут же, через дорогу. Далеко ездить не надо. Еще нам надо посмотреть грузовой транспорт этого проекта. И тут же надо сказать, что это, наверное, чуть ли не единственный проект, на котором продается грузовой транспорт. Но, по крайней мере, я до этого не встречал ни одного проекта, где можно было купить грузовой транспорт в частное владение. Ну, мы до этого еще дойдем. А сейчас давайте посмотрим, какие еще машинки есть на этом проекте. И вообще, отличительная черта этих проектов, я имею в виду на базе GTA 5, что очень мало отечественного транспорта представлено. Нет, он попадается, и я видел проекты, на которых есть отечественный транспорт, ну тоже не так много, как хотелось бы, но он попадается. На этом же проекте я видел, по-моему, только одна копейка здесь ездит, и все. Ну или копейка, или шестерка какая-то, машина непонятного происхождения. Ну а вот транспорт, который здесь представлен, вы сейчас сами видите. Я уже говорил, что, к сожалению, он везде стоит в черном цвете, а черный цвет очень плохо читается, видите. Если перекрасить машину в более светлые тона, то виден рельеф машины. На черном же фоне его очень плохо видно. Но здесь все машинки стоят на черном фоне, наверное, в черном цвете. Но надо отметить, что машинок много, здесь и магазинов здесь на самом деле очень много, и они все вот набиты этим транспортом. Но как я понял из разговоров здесь с местным комьюнити, всех интересуют уникальные модели. То есть модели, которые сделаны какими-то модмейкерами, добавлены. Штатные машины не очень интересуют местных жителей. Наверное, поэтому нашу отечественную тут, я не знаю, как ее назвать, полшестерочной копейки, ее можно увидеть чаще, чем стоковые модели. Потому что людям интереснее нечто оригинальное. Вот, кстати, и представительница нашего автопрома, как видите. Ну, вот бог его знает, что это, пол шестерочной копейки, я так понимаю. Морда вроде как и от пятерки, от шестерки, и сбоку и копейка. Я не знаю, как охарактеризовать эту модельку. Ну, вот такие вот, в общем, здесь представлены модели. Кстати, исчезла машинка моя, а вот и появилась она. С запозданием здесь все. И в целом, с респауном машины какая-то проблема здесь. Я не разобрался. В телефоне есть менюшка, в которой написано, что мы доставим вашу машину в любую точку. Но я на нее жмыхал-жмыхал, машина так и не появилась. Пришлось пешком ее искать. Ну а сейчас, как и обещал, магазин грузовиков. Давайте посмотрим, что за грузовики здесь представлены. Как я уже и сказал, что я первый раз вижу, чтобы продавались на проекты GTA 5 грузовой транспорт в частное пользование. Здесь они есть. Но, как видите, понять, зачем они нужны, очень сложно. Так как частный бизнес здесь не развит, и индивидуального предпринимательства здесь тоже нету. Поэтому, ну вот зачем нужны эти грузовики, понять абсолютно невозможно. Единственное, что у них повышенный багажник, вместимость багажника повышенная. Но все, что туда можно наложить, это пойманную рыбу. Ну надо ли вам для этого грузовик? Покупать грузовик, мне кажется, смысла особого-то и нету. Больше вы возить не сможете. И еще одно, мне самому попробовать не удалось, но поговорив с местными жителями, я понял, что грузовик дает единственное преимущество. Если вы устроились на работу дальнобойщиком, то вам не надо будет бежать на эту базу. Вы сразу же, сев в свою машину, сразу же начинаете работать. У вас сразу же начинают светиться точки загрузки и разгрузки. Вот и все преимущество, которое дает здесь грузовик. Ну, а цены вы сами видите. То есть фармить и фармить еще, чтобы купить здесь что-то стоящее. Но повторюсь, что проверить самому у меня возможности не было. Но вы видите цены, я больше уже не могу фармить. Я и так провел на этом проекте хренову тучу времени, а денег так и не заработал. Из-за кривого баланса этого проекта. Ну, не доверять людям, которые мне рассказывали про эти машины, тоже нет никакого смысла. Они здесь уже давно и, видимо, уже перепробовали все. Поэтому я думаю, что да, покупать грузовик здесь особого смысла-то и нету. А это в очередной раз доказывает, что задумка грамотная, а исполнение хромает. Ну, тут очень много на этом проекте, вот так вот, задумано интересно, а выполнено через задницу. Далее же я хотел рассказать вам о недвижимости на этом проекте и о ценах. Но, если вы заметили, на карте не отмечен ни один дом.
Обычно на этих проектах отмечаются красненькие домики, это которые уже куплены, зеленые домики, это которые свободны. Здесь их нет вообще, вот на карте их нет совсем. И как их искать, непонятно. Для этого я обратился в медучреждение, в клинику, там всегда присутствует кто-нибудь из администрации. Так уж на этих проектах заведено, что главврач там, или какой-то главный представитель организации, будь то, вернее, полицейский департамент или администрация, мэрия так называемая, или же вот работники медучреждений, всегда кто-то из администрации или их приближенные. То есть они владеют всей информацией. Ну так оно и получилось. Человек, который был в медпункте, он мне все разъяснил. И оказывается, здесь дома в принципе не обозначены и никогда не будут обозначены на этой карте. Чтобы найти дом, надо бегать по карте и искать его. И он мне назвал какой-то район, я не помню его название, да и как только он мне его назвал, я тут же и забыл. Потому что я же не живу в этой карте, я понятия не имею, где этот район находится. Но он посоветовал, езжай в такой-то район, это очень спокойный район, там найдешь себе дом. Я понятия не имею, где этот район. Я не знаю, как это называется. В общем, найти дом мне не удалось. Я побегал здесь вокруг, но, видимо, здесь домов вообще нету никаких. Поэтому я поехал на стройку с целью помочь кому-нибудь из бедных работяг, которые бегают, как и я в начале, в первой серии, по стройке, чтобы, наставить человека на путь истинный, дать ему какие-то первоначальные тактики нахождения на этом проекте, и помочь денежками. И тут надо напомнить еще об одной, так сказать, фишке этих проектов. Здесь практически никто не хочет общаться. Найти вот даже с такой благой целью просто дать денег человеку, и то очень сложно, никто с тобой не хочет общаться. То ли нету микрофона, то ли нету наушников, я не знаю. Но найти человека, с которым можно пообщаться, поговорить, достаточно сложно. Если такая есть нужда, то надо идти на площадь. Там встречаются люди, которые, вернее не встречаются, там собираются люди, которые в принципе общаются. Вот в таких местах достаточно сложно найти, не хотят люди говорить вообще ни в какую. Просишь остановись, хочу тебе помочь, а никакой, вернее, реакции в ответ не видно. Но я нашел такого человека, все равно нашел. На первое время. Сюда тебе посоветовали? Да, там парень стоял на аэропорту, сказал, приезжай на стройку, в принципе, рабочие руки нужны, небоскреб строится, сказал, можно тут поработать. Понятно, ты еще права не получал, не ездил? Нет, права еще не получил, нужно для начала хотя бы маленько освоиться, наверное, чтобы вообще город понять. Ты правильно сделал, что приехал сюда. Здесь, конечно, работа жопа вообще полнейшая. Главное, у тебя сейчас сколько денежков есть? Денежек, слушай, по-моему, там 3,5 где-то. Вот, молодец, что не потратил. Человечка, которого я встретил, оказался очень адекватный. И если вы слышали сейчас диалог, он такой просто пробитый РПшник, разговаривает строго на РП. В принципе, молодец. И чтобы его не разочаровать, я ему помог денежкой. И, как видите, подъехала местная администрация. Я так предполагаю, что это администрация. У них, видите, такие бирочки висят на шее у всех, одеты одинаковые. Это такая акция милосердия. Они подъезжают периодически и дают там всем по 100, по $500. И мне тоже, кстати, перепало. Все, отлично, я сел, поехали. Как доказательство того, что ни один дом на карте не отмечен, видите? Нету просто домов. В общем-то, я взял этого человечка, и мы поехали покупать ему права. Про систему лицензирования, про систему получения прав на вождение я рассказывал в первой части этого обзора. Здесь сделана некая симуляция американской системы лицензирования, то есть две подкатегории получения прав. Есть простые гражданские права и есть коммерческие права. За коммерческими правами, которые стоят здесь 5000, мы и приехали. По пути человек рассказал мне, что он, оказывается, ютубер и на данный момент снимает ролик. Я, к сожалению, не спросил, как у него называется канал, хотя очень хотелось посмотреть, какое мнение у него про этот проект и что он вообще наснимал. Но я забыл об этом совершенно. И мы так и расстались, я не знаю, как называется его канал. Ладно, мы покупаем ему права. Естественно, следующим шагом я счел его отвезти сразу же на базу дальнобойщиков, минуя мусорщика, минуя работу инкассатора, минуя мясника. В общем, чтобы человек это все поскочил мимо, мы сразу же приехали на базу дальнобойщиков.
И тут я его устроил на работу. Все, он получил машину, но почему-то после этого вот он завис, видимо, на какое-то время заафыкашил, потому что он перестал отвечать. Ну, в общем, я успокоился, что все, человек вот при деле, машину он получил, и дальше уже можно о нем больше, в общем-то, не беспокоиться. Думаю, все у него будет хорошо. Снимет хороший, красивый ролик. Ну, а я же вернулся обратно на стройку и попытался раздать остатки своих денег. Но удалось сдать только одному человечку. Остальные двое, которые там бегали, опять, как я уже и говорил, народ очень необщительный. Ну, поговорить ни с кем не удалось. А хотелось бы зацепиться, как говорится, языками, поболтать, узнать, что за человек, если, ну, адекватный, то отдать ему денежки, да и все. Пусть человеку будет легче. Но, к сожалению, никто не хочет разговаривать. Вообще, проблема этих проектов – это очень слабое общение между собой. Я бы сказал, вообще отсутствует общение. И если брать вот этот конкретный проект, то, пожалуйста, вот я дошел с низов до самых верхов, да, то есть я прошел все стадии работы, дошел до дальнобойщика, и мне не пришлось за всю мою деятельность здесь ни с кем общаться. То есть мне никто не нужен. А это значит, что проект настроен однобоко. Здесь еще и в этом проекте, да и в большинстве проектов есть такая особенность, когда вы устраиваетесь на какую-то работу, например, к примеру просто привожу, вы пришли с другом, да, вы устраиваетесь на работу. И эта работа разобьет вас. Она отправит вас в разные концы этой карты. И так вся работа. Вам даже не поработать вместе. Так устроены эти проекты, что они вас разбивают. А это неправильно, на мой взгляд. Если вы пришли как-то с друзьями, то надо давать возможность работать с друзьями, заниматься какой-то деятельностью совместно. Ну и еще один факт этих проектов, то что абсолютно не к чему стремиться. Ну вот дошел я до работы дальнобойщика. Ну и все, на этом мое развитие на этом проекте закончилось. Больше мне заниматься здесь нечем. Дальнейших каких-то направлений здесь просто нету. Заняться абсолютно нечем. Вот люди и начинают ездить и друг друга гопать. Потому что скукота. Конкретная скукота. Развития дальнейшего нету. Здесь нету никакого бизнеса. Здесь не с кем вступать в диалоги. Все, к чему здесь еще можно стремиться, это покупка магазинов. На большинстве проектов такая возможность есть. В частности, на этом даже не скажу. Даже не лазил, не смотрел, можно здесь покупать магазины или нет. Неинтересно. Даже если ты купишь магазин, ничего из этого не произойдет. Здесь нет системы снабжения, здесь нету системы поставщиков. Здесь вообще ничего нету. Эти проекты очень и очень скучные. Все, что здесь можно заниматься, это вступить в полицию или вступить в ряды медиков. Но это тоже очень однобокий и скучный геймплей. Поэтому для меня этот проект такой же проходной, как и большинство. Ничего из себя не представляющий. Мне на этих проектах очень скучно, неинтересно. Да и большинству здесь очень скучно. Поэтому они все ездят и друг друга грабят. Потому что заняться больше нечем. Ну, я показал все, что смог. Если кому-то понравился, добро пожаловать, проект открыт. Но у меня на этом все. Всего вам доброго.